eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Что ж, доброго времени суток, друзья. В студии StarLadder TV по-прежнему находится Strike Slam в комментаторской, уютной КС комментаторской. И мы с вами по-прежнему наблюдаем за матчами HellRaisers. Правда, уже без интриги, без того интереса, который могли создать нам парни. Проиграли LDLC, ну и на этом завершили свою попытку пробиться на One финал 9-го сезона. Знаешь, попытка не пытка, и с этим пока что поделать нечего. Все-таки думаешь, что можешь что-то спасти? Ну, не знаю, может спасти какое-то решение организаторов случайное, что вот может быть случайно тут раз и 8 команд, но этого же не будет, это же фантастика. А, ну вот да, есть еще, вот все-таки мы посмотрели еще раз на турнирную таблицу, посмотрели, что если сейчас обыграют титанов, то да, на финалы поедут Нави, а французы останутся за бортом. Ну, поэтому хотя бы для Нави надо сейчас постараться вдвойне или втройне, не знаю. Для своих же пацанов надо напрячься последним и решающим матчем. Это, конечно, может кому-то невыгодно, кому-то никак, но если ситуация того требует, то, по-моему, лучше отправить Нави на лан-финал и устроить нам море экшена, потому что Нави-то на лане играют ой-ой-ой-ой-ой. В том сезоне было жестко, очень жестко. Несмотря на то, что команда попадала из сезона в сезон на лан-финал исключительно по приглашениям, не проходя онлайн-часть, но европейские команды некоторые отказывались, их составы разваливались даже после выхода на лан-финал. В общем, полная каша. Мы дожидаемся пятого игрока французской команды Титан. Карта будет DDoS 2. И у меня сразу один вопрос к капитану команды HellRaisers. Почему? Почему Нюк? Почему DDoS 2? Почему Нюк с LDLC? Почему DDoS 2 с Титанами? Да, почему не DDoS 2 с LDLC сыграть, который у них реально слабый? Почему с Титанами бы еще Нюк мы бы поняли, наверное, да? Ну, знаешь, по-моему, смотрят HellRaisers матчи своих оппонентов, выбирают самые сильные карты и устраивают себе какой-то краш-тест. Да. Ну, они еще пытаются, знаешь, играть на предсказуемость и на непредсказуемости. Но краш-тест не проходит, парни, и это на самом деле, по-моему, такая планочка, что пора задуматься о каких-то вещах. Коэффициенты на матч на GamingBet'е навстречу команды HellRaisers и команды Titan 1.31 на Titan 1.3 и 3 на HellRaisers. Ну, вот а вот как тебе коэффициенты на предыдущий матч? Вот разве HellRaisers были фаворитами 1.6 на победу LDLC. Да. И вот мы смотрели с вами карту Нюк. Вы заметили фаворитов в лице команды HellRaisers? Я тоже не заметил. Первую половину за дефенс проигрывают со счетом 12-3. Ну, знаешь, первая половина — это реально как бы, да, вот тот самый момент, когда ты должен, твоя команда должна выигрывать 11-4 или там 10-5. А они взяли Прощить всего лишь 3, просто да. должны. Они взяли всего лишь как бы три. Всего лишь три. Взяли пистолетный и отдали. А как тебе эти раунды, когда атака заходит на низ, когда там есть все, и тупо не чекается хелпа из-под девятки, заходит маньяк, который крошит всех в спине, и HellRaisers не понимают, что такое. А тайминговых раундов, сколько их было, где Марик проигрывал просто, наверное, каждую секунду. Не, ну вот минимум два раунда он в секунду проиграл точно, и только он. Как бы. Ну и таких моментов было очень-очень много. Действительно, вот провал, 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 и вот на этих провалах сформировался не выход на ван финалы 9-го сезона. Ну, это либо отсутствие, не знаю, понимания ответственности, либо, я не знаю, либо это... Ну, это спорт, с другой стороны, да, это спорт, все было честно, и исправить ситуацию на самом деле могут только демки. Если сейчас Ангел скажет, что Квикли нереальный, давай нам повку. По горячим стопам. По горячим стопам и по горячим следам найдем признаки читерства у вас, и тогда может быть. Но не будет так никто делать, не читерят те команды, которые играют на деньги. Ну, это не тот уровень. Потому что с подругом ты в интернете сможешь, да, на лане как будешь. Ну вот надо теперь хотя бы вот действительно взяться и просто постараться для Нави. Ну вот уже для себя не получится, а вот для Нави надо постараться. Я считаю, это будет правильно. Это будет очень-очень Это будет правильно. Сохранение, в первую очередь, своего имиджа, как да. команды фаворита. И что вот действительно в матчах против Непов, Титанов, HellRaisers могут выкладываться и могут вообще выигрывать такие игры. Но вот почему-то французы для них не тот соперник, которого они так проходят налегке.
Ну да, да, тем более три французские команды подряд. Ого-го. Ну что ж, ждем пятого игрока французского коллектива и, наверное, будем уже смотреть зарубу на Дасте втором. Ну, сильная сторона у Титанов здесь по КД защита. В атаке они совсем просто заплетыкиваются, запинаются. Так, куда делся Шокс? Да, где-то пропал Шокс, и вот именно его мы с вами ждем. Не да, дышу, Шокс, камон. Настроение падает, все-таки я рассчитывал, что обе наши команды пройдут на лан-финалы, а вот сегодня вот так за считанные секунды. От Нави уже ничего не зависит, парни сделали максимум, но вот HellRaisers не порадовали, конечно, но могут исправиться. Могут исправиться победой над командой Титан. Так, ну что ж, вроде бы готовы играть французы, да, гоу пишет Смитс, и все, рестарты, сайдвик на длине, ну и здесь HellRaisers, конечно. А, кстати, посмотри, что написал NBK, говорит, типа, слишком долго ждем, и NBK пишет такую фразу, мы позволим им выбрать сторону. То есть HellRaisers выбирают сторону, или все-таки у нас будет сайдвик? Сайдвик будет на длине, все купили арморы по декою, пошли на длину, поэтому... Никаких исключений. Составы команд перед вами на экранах. Титан, легендарная французская пятерка, Existence, Смит, Шокс, NBK, Скрим и HellRaisers, Маркелов, Дося, Кучер, Ангел и Адрен. Сайдпик уже начался, и, как видим, его выигрывают французы. Останутся, наверное, за защиту, я не знаю. Стей, да. Стей. NBK, все уверенно, точно так же, как мы и прогнозировали. Французы выбирают сторону дефенса, и вот покажут нам, на что они способны на карте Dust2. Что сейчас будет, узнаем. Прямо очень-очень скоро. Я вообще уже боюсь за HellRaisers. Не видел их до Даста второго очень давно. Не будем забывать, что на лан-первенствах европейских... Сегодня против команды MoSport. Ну это ладно, это не считается. Там с напряженочкой, да. Ну, видишь... Давно не видел. Не, я не видел давно именно против французов просто. Так, посмотри, аркада на вэпоинт от HellRaisers. Что происходит? Existence забирает Ангела, Скрим минус Дося, но два минуса от команды Ашер. Нет, даже три минуса от Ашер. Сейчас Натан будет наказывать в спину. Кинуть нечего. Нет, есть одна флешка. Ой-ой-ой, как же Адрен попытался ворваться в ворота, подавить Смитса, но Смитс... Провал! Провалиссимо, Смитс! Просто минус бомб кэрри в двери, минус очко, окно, это я... Вышли на бэпуэнт, втроем против давай, двоих, давай, бомбу давай, знаешь, не поставили. Давай устроим с тобой сейчас невероятное ток-шоу, просто помолчи. Просто игра без комментариев. Ты знаешь, вот события, типа, вот политические, военные всякие, да, показывают по всяким евроканалам. И no comments. Да, no comments. Ну, все-таки мы решили вернуться. Да, мы решили вернуться, потому что нельзя оставлять вас без наших комментариев, и мы сами не можем оставлять... Молча смотреть за всем происходящим. Да, мы будем просто смотреть... На самом деле мы будем смотреть, общаться, разговаривать, потому что все мы понимаем, ну... Ну вот вы сейчас просто видели в первом пистолетном, что HellRaisers... Зачем бомба вообще в мид пошла, ну, прыгать вот, знаешь, в дверь? Пистолетка, кстати, дала ответ на мой вопрос. Будут ли HellRaisers стараться для Na'Vi? И, по-моему, не будут. По-моему, мне тоже так кажется. Ладно, бай 5 кмов, первый бай для HellRaisers. Давайте смотреть, что будет. Но если сейчас HellRaisers уберут титанов, хотя бы, не знаю, со счетом 16-14 на этой карте, и обыграют клан Мистик, то с их стороны, в первую очередь, это будет очень респектабельно выглядеть. И они просто подтвердят статус того, что они все-таки крепкая команда. Но... Так, Ангел сносит NBK, я в яме, в дыму был еще один игрок защиты, это Existence, но вот здесь капитан с пышной прической перехватил инициативу и забрал Досю. Да, причем как-то еще без этого, беспрепятственно ушел, хотя нет, остается на длине Ангел.
Перестрелка с Экзистенсом выиграна. 4 в 3, аплен занят. Зига прошла вообще свободно. Титаны укрепляли Б. Смит с Айвиком. Давай смотреть от него. Изоляция. И в упоре никого не оставляют Hellraisers на парапете. Это шанс для Титанов открыться хотя бы на один опен. Но все будет решаться именно вот от АВП. Граната в плент. Смок в плент. Пытаются изолировать нападение на этой бомбе. Маркелов минус скрим, ВП, Смит, фазум, нет, без шансов, просто здесь закрывают Hellraisers этот раунд в свою пользу, и Титаны отдают первые девайсы. Повторно будут закупаться, 6-6 у Шокса есть, и АВП достанется именно так, все-таки Смитс, Смитс будет играть с АВП. Знаешь, вообще вот по мне, Шокси мне больше нравится как снайпер, чем Смитс. Я не знаю почему, просто у Шокса как-то прямо попадается. Ну, прям попадается, а зато у Смитса есть куча моментов, когда он просто невероятно разрывает троих или четверых. Ну, вот сейчас его пытались дергать на медле, но не получилось развести Смитса на выстрел. Чек меды продолжается, атака проходит под Б. Втроем Т-шка смотрится под длиной Доси на респе. У нас опять-таки в роли бомб керри Маркелов. У него кэмп, поэтому не стреляет со Смитсом. Дым на центр, раскидка флешек. Подготовка и укрепление парапета. Оу, сейчас едва-едва не залетело сейчас французу, но тем не менее. А, ну и гибкая хелпа французов, ее тоже стоит отметить. Они разыгрывали 2-1-2 на начало раунда, поэтому задача Ангела здесь максимально проста. Вот если сейчас мид убить, то будет шанс зайти на Б с плитом, но так, ответного экшена не получили они здесь при игре до контакта в центре. 54 секунды до конца раунда. NBK на банке, open flash на зиг. По-прежнему нет никакого экшена в этом раунде. Ну и вот наконец-то получает порцию дэмэджа Маркелов. А, Кучер выходит в мидл. Не, Кучер разыграет скрим. Это Адрен, это Адрен. Адрен. Ну вот скримы не разменяли, тем не менее. И под бэплент выходить уже смертная казнь. Шок стоит в нычке. И это будет просто эпичная да. игра. Дося упал на длине, минус Ангел, ну и Кучер выходит на бэплэнд, и там все под контролем. Попил он, последний хедшот, все. 4-1. 4-1, снова тупик для команды Hellraisers. Слушай, я даже не знаю, вот что делать-то теперь Ашером. Как же дальше быть? Как-то вот аж желание пропало, да? Да, желание пропало, но... Ну, обидно, конечно, да, но что поделать, не последний турнир в жизни. Но Нави хоть надо постараться на лан-финалы как-то выпустить. Слушай, если вообще получается так, что у нас могут получиться первые лан-финалы без представителей Counter-Strike в СНГ. А это говорит о том, что, по-моему, пора сделать какой-то... Вот для СНГ надо делать просто отдельную лигу. Реально. Ну, отдельный вот... дивизион. Да, отдельный дивизион, и пусть там себе бодаются. Хотя, с другой стороны... С другой стороны, лучше играть не станут, если будут играть в отдельном дивизионе, поэтому все хорошо. Но замечу, замечу опять же, вот по поводу Hellraisers, да, по поводу команды Na'Vi, это, не знаю, это самые любимые команды в нашем комьюнити, да, их любит все СНГ, да, но почему-то эти команды, не попадая, не знаю, начиная играть первые матчи на StarLadder в этом сезоне, начинают сливать. Ну, и проигрывают... на самом деле еще неоднозначно все сливать, но вот в самых ключевых играх действительно получается так. Вот когда это... надо собраться на максимум и показать результат для того, чтобы пробиться на лан-финал 9-го сезона, парни почему-то не находят достойной, точнее, сил в себе или мотивации, или чего-либо еще, и просто вот так вот бездарно проигрывают. Ну все, тут французы запушили твердо, Марик выиграл перестрелку, 2 в 3, Смитс убивает, Маркелов, ой-ой-ой, красный остался Марик, ну выживет или нет, я не знаю, Смитс тоже красный, раскидали Смитса. Кучер так, в этот момент выходит на мидл. Да, 2-1, остается скрим. Но не знают, где скрим сейчас игроки команды Ашер. Бомба лежит по-прежнему на нуле, и скрим идет в парапет. Маркелов чекает мидл, Кучер тоже. Ай-яй-яй, скрим топнул. Скрим, да, Кучер знает, где находится последний француз, и должен спокойно его забирать. Отлично, ну, вот разобрались с этой ситуацией. Очень-очень быстро, эффективно. 5-2, 3 раунда разницы. Французская команда будет играть бай повторно. Денег у них хоть куда. Хоть, ну, куры не клюют, но тем не менее, экономика очень стабильна. Знаешь, французы чуть не единственная команда, наверное, да, которая может позволить себе в первом девайсном раунде взять и пойти в аркаду на мидл. Прощай, Маркелов, говорит Смитс. Под флешечку аккуратно перестрелял снайпера команды Hellraisers и вывел свою команду в численное преимущество. Hellraisers продолжает играть холд. Дося. Начекал длину, уходит с банки. Ну, все, надо показал нам калаш. Так, Адрен. По-моему, Смит сейчас просто съест парапет. Да, минус Адрен, ну вообще без шансов. В общем, Hellraisers выглядят сейчас потерянными.
Просто потерянными. Каждый... Не то, чтобы потерять, а просто играют без желания. Вот ну это да, самое да. Печальное. Вот, например, Дося сейчас вообще заполивал Шокса. Ой-ой-ой, ну посмотри, как куда дым залетел. Ну, хотел задымить мидл, задымил сам себя. 4 в 3 HellRaiser в меньшинстве, их перетяжка сейчас считается, что на Б, что на А. Титаны оставляют за собой все выгодные позиции, на Б планте самое опасное остается на Дэнсе. Так, ну вот Скрим сейчас может перейти в стадию Хайда. Тем временем НДК спокойно себя поджимает по длине. Застает врасплох Кучера, ну и теперь все зависит только от Доси и Ангела. Вдвоем против четверых Ангел, выходя зигзага, сбривает Смитса. Это хорошее начало выхода на плент, но вот дальше что делают парни? Просто падают на рез. И пошли на Б, пошли насиловать. И еще один экзистенс. Ой-ой-ой-ой. А вот нет, скажи мне, что это было только что? Короче, да, это все. Да это все. Они просто. Они сейчас сидят, они расстроены, у них не идет ничего вообще. У них еще два матча, я не знаю. Ну, и понятно, что они будут исполнять. Ну. Ну, надо собраться. Надо просто собраться и выиграть. Или хотя бы сыграть 15-15, я не знаю. Но показать лучшую игру. Вот неправильно делать, что сдаются. С другой стороны, они виноваты в этом сами. Просто сами. И с этим ничего так же нельзя поделать. И такие вот дела. Так, ну что ж. Выход на центр планируется от HellRaisers. И Смитс готов сейчас их крушить, ломать. Гранаты минус Ангел. Ну, просто на голову. Базум. Нет, не засчитал. Скрим прикрывает Смитса. Не помогло это, конечно. Просто три головошота от Скрима. 7-2. И никаких проблем на эко у Титанов не возникло. Ну, первая половина начинает напоминать мне счет в одном из матчей, когда команда Титан кое-кого громила со счетом 13-2. Да, и закончилось все со счетом 16-2. Это было против НИПО. Вы угадайте, на какой карте. Это был Даст 2. Да, именно так. Эх. Ну, действительно, вот какая-то непонятка от HellRaisers. Почему не сыграют тот же Даст с LDLC, а играют Нюк? Так вот и непонятно. А не, с ну... французами играют Даст 2, которые не, французов ну... действительно сильные. LDLC-то... О-о-о-о! Скрим выбирает бомб, кэрри, NBK закрывает длину. Бомба в нижней тэшке, HellRaisers едва-едва только сейчас понимают всю ущербность ситуации. Дося потеет. Забирает NBK, перед этим убивая Смитса. Апленд контролируется, но Скримыч на бомбе. Идет в парыч. Готовит ХАЕ. Дося, третий минус в раунде забирает Кучера. Ну и Скрим один против троих. Ну, у Скрима здесь уже чек-бихайнд. И... Ну, у Скрима бомба в нижней тэшке. Да, это... и он может спокойно себе позволить уйти на А. Вот он это делает. При этом, при всем, он слышит то, что происходит на парапете. Игроки команды HellRaisers просто сейчас не знают, на А этот парень или на Б. Единственным вариантом сыграть остается... Да, просто на морозе идут на апвент. Сейчас вот Адрен должен зачекать бельгийца, и после этого уже окончательно определиться место, в котором будет установлена бомба. Скрим оставляет казаха красным. Посмотри, два красных игрока у команды HellRaisers. Дося 11% здоровья, у Адрена 15%. Ну, бомб кэрри уходит, естественно, Кучер уже бежит вовсю на Б с бомбой. Скрим это дело должен понимать очень четко, потому что был ретейк мидла. 17 секунд до конца. Скрим пропускает первого, пропускает второго, бомба ставится беспрепятственно, ну и тоже будет делать бельгиец. Ну, бельгиец ставится на точке у себя и все. Его вообще можно называть француз, бельгиец, там без разницы. Все равно живет в Париже. Такие дела. 5 раундов. Разницы сократятся, ну и эта бомба достанется HellRaisers. А вот если бы в том раунде Ангел с Доси не устроили лютый десант на КТ, а поставили бомбу, взяли то вот... 2 в 3. Да, и сейчас бы уже игра шла совсем по-другому. Мы-то знаем то, что HellRaisers смогут. Но мотивация у них, конечно, сейчас подсдаст. Подсдаст просто обороты и... Ну, действительно, вот проигрыш команде LDLC очень плотно ударил по морали парней. И вот собраться уже после такого будет очень-очень непросто. Дося напоследок забирает Скрима на длине. Не дает тому засейвить девайс. И у французов, скорее всего, нет, будет бай. Думал я, что не хватит денег, а там денег еще. Ого-го. Ого-го, там денег. 3-5. Ну... Смотри, три девайса вроде берут. О, все с девайсами, есть АВП у Смитса. Это фулл бай. Шокс получает пулю при попытке пробежать на Б-плент. А вот Смитс. Так, Смитс, ну, не проштрафил, но тем не менее он знает, что там есть АВП. И посмотрите, Титаны решили укрепить сразу же апленд. Сразу же решили укрепить апленд. Быстро в пропет при спауну также играл один из игроков. Это, так, это был Ангел. Но опять же, расстановка сил французов меня радует. 2-1-2 на первые 20 секунд. На минуте идет перетяжка. Здесь даже раньше немножко получилось. Ну и в итоге 4 человека, по сути, будут играть сейчас на А. Кучер идет чекать Б-плент.
NBK банда готовится принимать длину. Но план команды HellRaisers — это выход на Б и правильное решение. Так, уходит скрим в чеке. Видел мид. Все, надо бежать и хайдиться. Забирать тэшку, помогать. Так, передроп бомбы. Existence пушит банку. Все, это инфа, это Б, знают об этом французы. И ошибается скрим, выходит просто напрямую. Зачем, непонятно. Ой-ой-ой. Шокс как проштрафил кучера. Знает, что бомба на Б. И должны сюда стягиваться моментально все тиммейты. Ну, Шокс, посмотри, просто дал флешку Марику, ушел спокойно в мид. Все. Маркелов выходит на Б. Плент, но он не знает, куда смотреть. Налево, направо. У него 100 хп, КМ в руках. Шокс остается здесь, как, наверное, чуть ли не основной. Так, посмотри по хелсбарам. Провалы какие. Дося красный. Один против двоих. 20 секунд до конца. Бомба валяется на Б. Ну и это 8-й раунд для команды Титан. Принимает Смитса, но Шокс... Или все-таки Дося будет бороться? Ну, 10 секунд. Так, бомба... ну вот надо бомбу успеть забрать, потом ее надо еще и поставить. Ну и спокойно понимаешь, что нет, да, там все времени у Досяна Шокс, и спокойно уходит на сейв нижнюю Т. Вот так проигрываются раунды по версии HellRaisers. 8-3, первая половина за французской командой Титан, и дальше будет только страшнее, дальше будет только хуже. Возможно, хуже, пока еще не понятно до конца. Так, зайду, наверное, на HellTwork и посмотрю, что же там было вообще в комментариях к матчу LDLC HellRaisers, но... Эх. Но зато HellRaisers заняли свои долгожданные топ-5 на Катовице, в отличие от LDLC. Десяточку заработали, парни. Ну, туда, там даже европейцы пишут, что, типа, это... Это онлайн. Это онлайн. Ну что поделать, вот такой вот онлайн не отправил команду HellRaisers на лан. Это, ну, бывает. Почему-то Na'Vi обыграли LDLC. Что помешало сделать это HellRaisers? Да, вот в этом есть главный вопрос. Ну что ж, размен 3 в 2 на длине благодаря Досе. И будет попытка сейчас игры на плент. Шокс вместе со скримом. Так, Шокса прочекали, стей респаун. Досе уходит обратно, чтобы выбивать пальму. Шокс теряет позицию. Где же скрим? Скрим ждет длину. Шокс ушел. Шокс ушел в мид и будет прятаться на Б. Французы четко понимают, что у HellRaisers вариантов нападения просто масса. Ашер пока думают. А, они думают то, что Шокс в C58. Они пока его прочекают, там время закончится. 30 секунд. Опять-таки, та же ситуация. 3 в 2. В меньшинстве Титаны и будут HellRaisers проходить по зигзагу, где их готов встречать скрим. У скрима действительно есть все шансы на отличный прием. Скрим должен сейчас слышать своих оппонентов, да, и вот сейчас начинается самое интересное. Есть первый минус, есть второй минус, и теперь Дося также падает. 3 минуса на пленте в исполнении скрима, 9-3, и опять-таки же разгромом попахивает фер половине. Я прям сейчас на скрима так посмотрел, вот он просто так подстроился, HellRaisers даже не подумали о том, что он на гусе может быть. Все смотрели втроем на длину. Расстроены, ну видно, что расстроены. Ладно, будет попытка выпуска Доси сейчас. А, не, один пойдет играть или нет? Так, ну нет, один не пошел. Так, кадр нам показывает автодиректор. Досю прогренили, но он пока ушел, в принципе, от опасного. От опасной французской изоляции. И выход на Б-плент в 3-девайсе до контакта. До контакта будут играть Ашеры. Адрен Маркелов кучер. Кстати, это может работать, потому что на Б-пленте в данный момент практически никого нет. У команды Титан только скрим в данный момент занимает Б-базу. И готов восстановить выходящих HellRaisers'ов. Увидел, есть флешка. Сбрил первого, красным оставляет кучерка, но кучерок сегодня... Вот единственное, за кого сегодня не стыдно, это за кучер. Дося! И ого! Вот это его в ответку разворачивает NBK. Понимает французы, что надо делать ретейк. HellRaisers ждут, чтобы сыграть до контакта и выиграть в перестрелке. Удается Ангелу срубить экзистенса. Но это Wellbank, и под флеш будет заходить. О, ну вот при попытке зайти под флешку сейчас просто Шокс Смитс наказывает. Остается кучер, остается на ботском. 13 хп, что делать? Что делать Эмилю? 40 секунд до конца раунда, бомбы на руках у Эмиля нет. Врыв под флешку от Шокса, ну и... Смитс здесь просто его добивает, 10-3. Ну вы видите, что французы за защиту просто суровы и просто громят. Громят. Кстати, в матче LDLC HellRaisers пикали именно LDLC, поэтому они пикнули правильно. Ну, там был выбор между Inferno и нюком. Понятно, что Inferno у HellRaisers хорошая, лучше сыграть хороший свой нюк. Непонятно, почему HellRaisers не вычеркнули нюк до этого момента. Знали, что единственная сильная карта у французов, которую не потянут, скорее всего, Ашеры, это нюк. Но это лично мое мнение.
И я думаю, это не только. Я так считаю. Так, как раунд. От HellRaiser с Адре на длине забирает экзистенса. Там что, NBK его так продинамил нехило. Но тут... О, сейчас там будет все просто подрываю. И посмотри. Десант в респаун, вот она игра. И вот чё, она игра. Что они делать-то будут сейчас? Лесорубы. Ой, лесорубы. Ну что, киберспорт-туризм. Знаешь, нужно открыть... Кучеру хорошо, да? Да, так по солнышкам прогревается. Кучеру хорошо. Картина Кучеру хорошо и... А, я успел это сделать. Я успел его заскринить. Где тут... Успел. Скриншот с... Где они? Потом. Давай досмотрим уже первую половину. Тут остался последний раунд. Ну и я думаю, все очень быстро закончится во второй. HellRaisers не настроены давать камбэк. И это позволит команде Титаны попасть на ван-финал. Так, ну и Натан Смит на длине. Смотрим расстановку сил французской команды Existence. NBK вдвоем и... Воронеж, да? Воронеж, наверное, он имеет в виду. Но нет, это вряд ли. Но, как бы... Вот это да! Видел, как это выглядело с глаз Кучера. Просто промазал в считанную секунду, получил по щам и наказан снайпер команды HellRaisers. Ну, француз опасный. Есть Маркелов с ВП. Ну что, Ашер просто доигрывает свой дефолт в этой половине, в этом раунде. Может быть, конечно, в защите прозрение на них... Прозрение их настигнет, но пока сомнительно. Так, Титаны, аккуратно готовясь убивать А, первым выщелкивают мидл. Отвечает с парапет Кирилл Карасев. Отвечает аж дважды, врубая скрима. 3 в 3 ситуация. Благодаря этой банде NBK идет показывать свой АКМ и свою стрельбу. Вот это вшил. Но не попал. Смитс. Где Смитс? Смитс сыграет... Нет, Смитс сейчас будет просто пассивным, а вот Existence может убить Ангела, если захочет. Нет, Ангел все-таки минус 3 в раунде. Все, 3 в 2 и все, что нужно. Ангел. Ну вот где же был Ангел и вся вот эта великолепная стрельба? Ну вот в шаге от Эйса остановился Кирилл Карасев. Смитс забирает капитана команды. О, Марик, как промазал Марик. Пропустил на подъем Смитс. Ой-ой-ой. Друг друга нажарили 11-4. Ну вот если бы с такой половиной сыграли, так, что там, no ace? No ace троллит NBK. Ангел говорит, no. Да не, вот ты там в конфе, в скайпе тоже был, ты, наверное, мог наблюдать, как NBK троллил при пике карт Ангела. Вот это было что-то. Ну я понимаю, да, парням сейчас больно, но что сделать, если сами виноваты. В итоге 11-4, счет первой половины и пистолетный. Пистолетный решит, наверное, все вопросы в этом матче. Возможно. А возможно и не решит. Ты все-таки надеешься на камбэк команды HellRaisers? Да. Ну, если они там еще не уснули. Ну, вот я смотрю статистику Адрена, я понимаю, что вот человек играет от морали. И мораль сей басни таковая, бери дефуз. Всегда. Кстати, вчера, вот вчерашняя игра с Непами, или сегодня, сегодняшняя? Нет, это вчера было. Вчера. Вчерашняя игра с Непами, опять же, вот, мораль сей басни такова. Там даже кто-то писал в паблик мне, ну, там, конечно, с матом, друзья, но фразочка еще та, и вот про матч с Непами и про дефьюз, это самое главное. Я думаю, не пошло все с Непов. Опять-таки. Да, по-моему, еще и с Киков не пошло. Да, ну, что поделать. А до этого с поляками на Инферно не пошло. Ну, зато в следующем сезоне, наверное, если этот состав останется, им придется... Я не знаю, что им придется. Им придется просто идти вот 15-0. НИП, кстати, как-то вышли 15-0 там в первых сезонах, поэтому что будет дальше, не знаю. Уже красный Existence есть с бомбой, Титаны готовят выход на... Нет, я ошибся, ну ладно. Титаны готовят выход на длину и прогоняют Ангела. Натан Смит, блок, минус Ангел, жестко. Больно. И французы устраивают раш на лонге. Маркелов готовится принимать. Умирает в руке с гранатой. Сплит запирает последнего защитника Апплента. Шокс десантируется, чтобы наказать Адрена. И это... Ого-го. Вот это подловил, называется. Ну и все. Остается Кучер. И, в общем-то, здесь игра для HellRaisers заканчивается. 12-4 счет сейчас. У них еще игра с клан Мистик, который для вас будет комментировать Страйк. Да, будет суперинтересный матч, в котором я не знаю даже, что может решаться. Клан Мистикам абсолютно ничего не надо. HellRaisers, вы прекрасно видите, как отыгрывают матч против Титанов. Это говорит о том, что парни точно так же уже расстроились. И не знаю, ну вот
действительно просто доигрывают. Вот. Да, да. Ну, нет никакого значения результата, поэтому будет обычно. И это может для кого-то плохо сказаться. Для тех, в первую очередь, кто поставил на этот матч. CSGO Lounge, скины. Вот там кто-то может потерять очень много. На самом деле, друзья, StarLadder с вами не прощается после Star серии. Нас ожидает куча матчей про. Будут матчи про серии, будут финалы аматорки. Также будем для вас комментировать Copenhagen Games. Я надеюсь на это очень. Ну и, в принципе, после вот как раз-таки Копенгагена уже будут и как раз-таки наши финалы. Они будут в начале мая. Как... Майские праздники. Да, а вот напомни число финалов. Вроде бы, если я не ошибаюсь, панда. У нас панда как Google. Да. Какого у нас числа лан-финала? Ведь в мае второе-четвертое. Да. У меня просто крутилось в голове 4-6, но потом я что-то... Понял, что не на тот календарь свои цифры накладывают. Так, ого, Hellraisers пошли все на Б. Французы пошли все на А. В Зиге умер Маркелов и все. Ну вот есть шанс не пропустить бомбу. Был шанс не пропустить бомбу, и они лишились этого шанса. Скрим, вау! Все, бельгийц просто сейчас спас раунд. Закидали парыч. Hellraisers будут выходить в дым гранатов скрима, но ему уже не важно абсолютно, пойдут на него или нет. Он просто здесь будет стоять до последнего. Продлевается смог. На парыче Hellraiser стоит там втроем. Ой-ой-ой. Адрен, Шокс. Все, закрыты. 14-4. Так, друзья, по поводу Copenhagen Games. 16 апреля, если я не ошибаюсь, будет начало сия ивента. Мы будем его комментировать вместе со Страйком. Наверное, разменяемся по расписанию по дням. Ну, финалы или как-то так. Самые интересные игры плей-оффа будем комментировать вместе. Да, да, да. А так мы разменяемся где-то по дням, потому что, ну, это, во-первых, удобно, во-вторых, нагрузка на каждого будет равная. Вместе это сидеть просто уныло. Сутки напролет. Нет, да. Это весело вам. Не, ну, просто в прошлом году, когда Copenhagen Games организовали, я просто помню этот дилей, мы с тобой закончили комментировать финал, если я не ошибаюсь, в районе где-то там 5 утра. Поздно, да, там уже было 5 утра по Киеву, когда, но смотрел 1003 всего. Как бы там игрался гранд-финал. Вот это была жесть. Ну, зато тогда был дисбанд команды Na'Vi. Да, да, да. Было куча много интересных раскладов. Не дисбанд команды Na'Vi, а Na'Vi отказались участвовать в Copenhagen Games. Кстати, в этом сезоне организаторы им разрешили играть, но они просто туда не поехали. Хотя, знаете, турнир боёк, и это очень-очень большие... Ну, короче, это очень большие затраты, при том, что призовой фонд чемпионата составляет там 35 тысяч долларов. Это, ну, это с перевода в евро, это где-то там на 5 тысяч баксов больше, чем на Star серии, но ты еще платишь за компьютеры, которые будут, да, которые там арендуешь, и тебе еще нужно что-то есть, пить и где-то жить. Как бы, поэтому это как-то не очень выгодно. Но это боёк турнир, если у вас есть желание посмотреть Копенгаген, насладиться зрелищами в зоопарках Дании, то можете съездить туда, просто развлечься и поиграть в Counter-Strike. Или просто зайти к нам на стрим и посмотреть, что же там творится. Да, но мы не будем показывать, что творится в зоопарке. Так. Дело Марика в конце как бы говорит, я отсюда убегаю. Вот написал у нас один из подписчиков. Ну что же, матчпоинты наступают для команды Титан. 15-4-11. Шансов реализовать будет у французов. Ну, по-моему, это хе-хе. Хе-хе. Хе-хешка. Ну, Титаны, конечно, я думаю, сейчас тоже немножко негодуют. Титаны, наоборот, как, вот они как раз-таки ждали такого вот расклада, что Hellraisers проиграют LDLC и вот уже после этого перестанут бороться, потому что не выйдут сами. Ну и вот как раз-таки это и произошло. Обидно за Na'Vi вдвойне. Ну, за Na'Vi точно, вот за Na'Vi уже вдвойне обидно. Но подожди, подожди, у Na'Vi вроде бы еще есть шанс, если от результата все зависит, там, какого-то матча, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь, или мы неправильно посмотрели на это дело. Так. Так, вот это Ангел сейчас поджал, но не ушел. Смитс не отпустил его с ВП. По-прежнему находятся в меньшинстве французы и хороший шанс для Hellraisers отыграть. Знаешь, что я понял? Что вот у французов Смитс, он как тяжелый наркотик, он никого не отпускает сразу. Он вот держит вообще под давлением до конца. NBK такой же. И эта банда сейчас будет 2 в 3 брать раунд. Вау, вот это подмастил Кучер сейчас NBK. Мини-провальчик для NBK, но дальше все спокойно, забирает Кучера 2 в 2, но при этом...
По хелсбарам игроки команды HellRaisers выглядят не так уверенно, как их французские оппоненты. Ну и посмотрим, чем это закончится. Маркелов забирает МДК, один против двоих. Остается Смит, Смит ТВП, и это хороший шанс отыграть первый матч-поинт. Ну вот пистолет в руках и... Ну это вообще, конечно, здесь вот как Смит только рискует. Он достал пистолет, я тогда занервничал. Ну, я тоже, потому что один красный, второй с попаданиями, но тем не менее выбили этот раунд. 15-5 становится счет. Ну, борьба еще пока не назвать борьбой, но вот вроде что-то похожее. На самом деле, в первой половине уже было понятно, когда на КТ десантились, какое сейчас отношение к матчу. Ну, вот заходит Кило в чат и пишет, что он сегодня опять в Англии. Не будете показывать, говорит, зоопарк. Конечно, не будем. Там какая-то мрачная история у них, да, не с зоопарками вообще. Очень-очень мрачная. Смит, СВП, есть open фраг в одном из последних раундов на карте Dust 2 в этом противостоянии. Будет ли еще один отыгранный матч-поинт от HellRaisers, а может их будет серия? Или все-таки все закончится прямо сейчас? Вот момент подходящий. Для того, чтобы все закончить. У французов, правда, два пистолета. Это и может помешать. Ангел сейчас читает игру французской команды. Выходит на мясо. Видит игрока атаки. Смит, Смит теряет бомбу. Заходит в тэшку. В тэшке есть прием. Ангел должен там еще один минус сделать. Непонятно, что там происходит. Да, вот. Крима. Ну да, тэшку запушили с двух сторон. Минус скрим от кучера. Игра в медле. Минус NBK. Французы просто на ноге буквально сами себе не подмастили. И стрельба пока что оставляет желать лучшего. Шокс не... У Шокса не залетело. Это впервые, когда я вижу, что он не убивает с парапета мид. Открытый мид. Но титаны, по-моему, намерены атаковать. А, до последнего. Оп. Дося в зигзаге. Минус экзистенция. Спокойно разбирается с Шоксом. Ну, вот слишком поздно, по-моему, проснулись HellRaisers. И теперь... Ну... Как минимум еще один матч-поинт могут отыграть. Экономически у титанов. И я даже не знаю, что. И... Все очень плохо. Все очень как-то бесперспективно. Бесперспективняк какой-то. Так, кто у нас еще не отыграл свой матч? Так, давайте. Там, по идее, остались еще матчи. Да, но, по-моему, их там даже... Имеет ли их там смысл доигрывать, непонятно. Так, ну, сейчас... как раз таки могут, если не ошибаюсь, по-моему, с Фнатиками у них игра. Сейсис. Сейсис одна, но это ладно, это не считается. Ну там еще остались игры. Эйсис, Мистик, Мистик, Титан, LDLC, Онбоц, LDLC, Атакс, Кикнип. Кикнип? Кикнип. Кикнип. Может быть сенсация? Может быть сенсация. Ну, в одном из сезонов была сенсация. LDLC, Эйсис, Кик Виртус Про. Кик Виртус Про. Может быть сенсация. Вот, как раз таки вот этот важный матч для поляков. Им надо выигрывать его по-любому. Но у нас пока нет точного понимания, когда же этот матч будет. Да, и... нет утвержденной даты, да, этого. Но, скорее всего, это уже все вот на следующей неделе будет доигрываться. Либо в воскресенье. Либо в воскресенье, либо на следующей неделе. Не знаю там, что насчет завтра. Эх, ну что ж, седьмой раунд для HellRaisers. И, по-моему, сейчас уже... Я уже третий раз меняю счет в титре. Как же они закончат? Да, когда же они закончатся? Ну, еще пока непонятно. Хотят бороться, пускай борются. Ну, сыграют 15-15, молодцы. Может, хоть как-то это поможет Нави пробиться на ванфиналы. Маркелов ловит Шокса в центре. На длине сейчас будет умирать NBK, он уже проиграл выпад. Вот это ревертушечка! Вырубает Досю. Флешки для NBK, атака продолжается, и она будет очень агрессивной. Очень агрессивной в 3 девайс, Ангел на выпаде. Забирает НБК при попытке прохода, и Ангела никто не выцепляет. Смит без ВП. Из парапета его агрессия будет просто сейчас... Вот это тут как два сайгака скачут, а! Удивился Смитс, и все, остается экзистенс. Ну вот, почти забрал двоих, расправился с Адреном, а на Ангела банально не хватило. Это в 1.6 такая фишка была, это просто запрыгнуть успел. Когда есть таур, стреляешь в нижнего, второй сверху по тебе не попадет. Просто падает на пули. Просто падает на пули, и по тебе он никак не попадет, там разброс, а здесь успел залезть. Ну, чутка экзистенсу не хватило, ладно. Еще один экономический раунд у Титанов. Уже 15-8. Еще один отыгранный матч-поинт командой HellRaiser. Маркелов чудо-скидкой попадает в ногу экзистенсу. Неплохой выстрел, но слишком поздно. Слишком поздно. Сламстрайк, расслабьтесь, не пошло у ребят, пишут мне в твиттер. Зато вот он NBK сейчас залетает. Просто залетает. Без слов. Эх, ну и
Что еще? Ну вот я даже не знаю, имеет ли смысл там команде Кик играть в свои матчи, потому что у них 5 поражений. Там просто вот эти все матчи, да, остались практически бессмысленными. Тут, наверное, будет... А? А, они вылетят, если не выиграют ни одной? Ну тогда все интересней. Тогда все интереснее. Игры на вылет, в общем, еще будут на StarLadder. Скорее всего, это либо понедельник, либо воскресенье с понедельником. Поэтому ожидайте расписание на CSGO StarLadder TV в наших социальных сетях, конечно же. Так, вот у меня есть еще такая вот интересная информация, что если вот оставшиеся игры проиграют VP или Fnatic, у них осталось по две игры, если хотя бы одну игру из них проиграют, то Na'Vi пройдут на ванфинал. То есть нужно проигрывать Фнатиком. Да, но у ВП игра с киками, и по идее также игра с киками у Фнатиков. Ну вот надо посмотреть, кем там остались матчи. И вот именно в этих зарубах решится судьба ну, команды Na'Vi. У Фнатик еще матч с киками, но и у с них мистиками. И матч с мистиками. Ну, так вот что... Не знаю, на французов я не сильно рассчитываю, а вот кики это та команда, которая может удивить. Да, португальцы могут удивлять. Ну или вообще Зевс может просто сейчас позвонить братанам в Португалию и сказать, пацаны, тащите. Тащите, мы вам надо, там... Надо, надо тащить. Пацаны, тащите, мы вам девайсы дадим. Мы вам дадим по кольту, статтрековскому, ножик тебе подарю. Два ножика тебе, 3 ножа тебе дам, да на всю команду 5 ну, ножей. Вот если бы так просто велись на подарки, то, наверное, самым крутым был бы Цибульский. У него там... У него много подарков. У него Steam, наверное, стоит больше, чем корпорация Microsoft. Действительно, как-то не по шансам закупился он ключами. Осталось найти столько сундуков. 150 ключей, что-то такое. Не, там больше, там ключей на 800 баксов. Ох, господи. Может, у него есть знакомый поляк Overdrive? Да мы же вроде договорились, что он как-то решает вопросы с женой директора Valve. Volvo. Volvo. С Гейбом Ньюэллом. Ладно, давай смотреть выход от Титанов, Existence, Десант в КТ, и его зачитали. О, ну это уже успех просто сейчас был. Так, Дося упал в распауне, марковал, ответил тем же скрим, один против двоих. Ну это знаешь, это не КС, это какие-то, я не знаю, какие-то танцы сейчас начинаются. Вот французы уже забили просто вообще. Так, а вот... Французы понимают, что они возьмут раунд, как только захотят его взять. Но вот что-то не похоже на наших парней, они, по-моему, серьезно настроены все-таки помочь Na'Vi, хоть как-то заставить потерять очки французскую команду. Ну, они здесь не потеряют, они наоборот одно очко себе преимущество наберут. Ну, одно не три, уже хорошо. Ну, знаешь, можно было бы неплохо, ладно, покомментить среди европейских команд, зато хотя бы комментировать можно. А то просто, когда играют наши команды, комментировать нельзя, можно только говорить какую-то ересь. И вообще общаться на тему космоса так. Ну, Смит зашил Досю, тут 3 в 2 и... А Дрэн и Кучер постараются выбить... И отобрать очередной матчпоинт у команды Титан. Long Smoke для парапета от скрима и, в общем-то, все закрыто. А Дрен идет выбивать. Кучер. Кучер на длине. Подловит ли Existence? Ну, Эмилька, давай. Ой, сейчас Адрена так нагрели. Ну, тут Кучер не видел вообще Existence в яме, не зачекал. И вот она, непрочеканная яма, 16-10. И вот она ГГшечка. Титаны додавили HellRaisers. HellRaisers все-таки вроде напоследок... Хотели хоть как-то подсобить Na'Vi, но, как видим, не получилось. Ну, мы отправляемся на небольшую рекламную паузу и вернемся сразу, точнее, я вернусь к вам, к матчу Клан Мистик против HellRaisers. А я покину студию и пойду плакать вместе. За спинами пойду поплачу. Эх, ладно, все, друзья, увидимся с вами на матчах StarLadder. Следите за расписанием, услышимся обязательно. Подписывайтесь на паблик. Кстати, скоро мы устроим со Страйком скайп-шоу и кого-то, наверное, приведем сюда из HellRaisers. Из тех, кто не прошли на ванфиналы. Да, и устроим тотальный допрос, как в Советском Союзе, поэтому будьте готовы, это будет интересно. И, ну, в общем-то, все.